Сразу в нескольких российских регионах устраняют последствия стихии. Сахалин испытал на прочность тайфун Талим. Накануне на остров вылилась больше месячной нормы осадков. Скорость ветра достигала 30, а на Курилах 37 метров в секунду. Паромная переправа закрыта. Несколько населенных пунктов полностью обесточены. Без света остались 10 тысяч жителей. Восстановитель электроснабжения обещает в течение дня. А на западе страны хозяйничает циклон. В Новгородской области пронесся смерч. Особенно пострадал райцентр Поддорье, поваленные деревья, десятков жилых домов, а также детсады и школы, сорваны крыши, выбиты окна. Есть пострадавшие. В больницу доставлен 3-месячный ребенок. По словам очевидцев, на дом, в котором находилась девочка, упал поднятый на воздух гараж. В Калининграде затопило несколько улиц. В прибрежных поселках повреждены линии электропередачи. В аэропорту Храброво были задержаны рейсы. Самолеты пришлось направлять на запасные аэродромы.